хорошая машина, мы видим, что она с высоким потолком, то есть сотрудники наши, врачи могут работать, фельдшеры в полный рост. Правильно, да? И, ну, само за себя говорит слово реанимация, то есть это класс С. Машина оборудована сегодня медицинской аппаратурой, как учреждение третьего уровня в реанимации, то есть это областные учреждения. Полностью мини-лаборатория, мини-завод, мини-фабрика на колесах. И в свете этого мы много можем говорить, но у нас есть сегодня специалист, начальник отдела организации медицинных катастроф области Аникин Евгений Викторович. Значит, я хочу, чтобы он нам сказал уже как специалист против автомобилей. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Это действительно очень знаменательное событие. То, что вы делаете с помощью Красноярской районной больницы, на сегодня есть два вот таких замечательных автомобиля. Особо радует, конечно, это автомобиль класса С. Это реанимационная машина, которая соответствует, как сказал главный врач, всем европейским стандартам. В городе Екатеринбурге наша вся реанимация ездит именно на таких автомобилях. И приблизится, конечно же, вот эта специализированная реанимационная помощь к населению, к сельскому населению, к населению города.